как это, меньше козы меньше. Домашней. Меньше? Меньше. Ну, у нас же были косули. Как то раз мальчики. Козы, но прыгает на 4 метра. Да. Прекрасно. Они очень прыгучие. Они бьются-то, вот они почему нам привозят? Он разбегается, прыгает, куда-то влетает в сетку головой, еще куда-то. Mm-hmm. Через заборы прыгать начинает. Борюшка, у меня нет молочка с собой, только Иван-чай. Я только за молоко выбираю. Ну, ты мне тоже взять? Чего? Я говорю, молока захотел.